Японский Никей достиг отметки в 20 тысяч пунктов. Это важнейший фондовый индекс, отражает стоимость акций ведущих компаний страны. А значит, у инвесторов, наконец, появилась надежда на восстановление экономики Японии. Отмечу, что своей наивысшей отметки Никей достиг 26 лет назад. Тогда индекс японских акций превысил 38 тысяч пунктов. А наименьший показатель зафиксирован в 2008 году, во время мирового финансового кризиса, когда индекс упал ниже 7 тысяч пунктов. Сегодняшнее повышение тоже историческое, так как отметка в 20 тысяч пунктов достигнута впервые за 15 лет. Экономика зависит от мнения народа. Должно быть, у инвесторов, у всех граждан появилась уверенность, а иначе акции не отреагировали бы так, как сегодня.